Погода, дама, переменчивая, поэтому у всех любителей погулять на свежем воздухе есть большая вероятность не угадать с выбором наряда. Поэтому хорошим вариантом проведения досуга является поход в кино. А определиться с выбором фильма вам поможет анонс кинопремьер нашего корреспондента Анастасии Савельевой. В нем собраны топовые новинки проката. Погода переменчива, а вот кино вечно. На этой неделе всех любителей кино ожидают три горячие кинопремьеры. И начнем мы с кино для самых маленьких, а именно с мультфильма «Зверогонщики». Ралли «Шелковый путь» – уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к Лори Жи, к милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везет на гонках, но должен во что бы то ни стало обойти чемпиона мира Арчи Великолепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи. Для зрителей старше 6 лет. А все те, кто хочет от души посмеяться, могут посмотреть зажигательную комедию «Мальдивы подождут». Ева и Денис – молодая и успешная пара, которые неожиданно для себя оказываются в кризисной ситуации. Им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманием, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется связанным навсегда? Для зрителей старше 16 лет. А вот всех любителей жанра ужасов ожидает фильм «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы». Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает ее, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчутся ведьмы. Для зрителей старше 18 лет. А мы желаем вам приятного просмотра!